Всем привет, вас зовут Руслан, и сегодня я вернулся в зону 51. Я думаю, многие ждали просто, чтобы я вернулся в зону 51. Меня давно уже не было в зоне 51, и я возвращаюсь в нее. Что ж, давайте классический режим, обычный, погнали. Давно, ребята, я уже не заходил в зону 51, там, наверное, уже забыл даже, где оружки лежат. Так что, ребята, мы сегодня сходим к новому тому вот монстру. Я вам показывал в серии, где я была в зону 51 еще давно. Там я кучу показал одного монстрика только с топориком. А сейчас я покажу еще и второго. Для меня это уже легко от меня показать его. Я уже не боюсь его, в принципе. Так. Но для этого нам, как вы думаете, что понадобится? Конечно же, пушечка. А пушечку мы где-то будем у зомбаков, ведь она самая оригинальная у них. Так. Ну, ребят, заодно уничтожим зомби-босяндра. Отстаньте. Так. Бетгень. Ага, все еще за мной ходит. Так. Что за выстрел? Так, вот, ребят, пушечка. Зомбарей. Нет, пацан. У тебя там точно уже капец. Кирдык тебе наступит. Ну, ты же сам понимаешь, что чего тебе наступит. Так, ладно, ребят, мы хотели зомби-бося. Не, пацану сейчас просто полный капут. Пацан, беги поскорее. Так, зомбас. Так, ладно, я его немножечко... Он странный. На тебе. Что ты делаешь? Так, камера, перезарядка этой мощенной пушечки. На тебе. Я почти его, ребят, грохну. Ну, ладно, ребят. Так можно тоже защищать победу. Что ж, ладно, мы взяли записочку. Это хорошо. Так. Ага, зомбарь. Ну, зомбарь, тебе сейчас наступит от меня капут. Не. Так, ребят, погнали. Вот, ребят, остаток от этого нового монстра. Реально были остатки от этого нового монстра. Крутяк. Он тут, ребят. Я так понимаю, он тут здесь. Так. Того нет, мы можем тут закрыть. Он появляется где-то тут. Да, вот он, ребята. Вот это новый монстр, он бежит на меня! Фух, я его замочил, ребят. Давайте возьмем записочку. Опа, все. Записочка 12 у нас. Ну и возьмем пушечку на всякий случай. Ну, ребят, мы встретили этого нового монстрака. Угля, тут они пришли друзьям. Давайте еще возьмем пушечку у Майка, если его так называют, с топориком того пацана. Я узнал всю информацию просто об них. Так. Может, печать где-нибудь есть, поэтому я его, если что, грохну. Его нигде нет. Интересно. Так, а тут все равно ничего. Так, тут тоже ничего. Тут ничего нету. И возьмем ли вот еще одну засекреченную пушечку, которую я пропустил. Так. Вот он! Что? Ребята, услышал, что сказал. Реально. Так, где тут должна она быть? Вот возле она. Возле вон там дверь находится. Так. Вот тут эта пушечка новенькая. Смотрите, ребят. И возьмем заодно записку, которая находится вот тут. Вот здесь. Вот она. Записочка какая там у нас по счету? А, она у меня уже в сохранении. Что ж, давайте ее возьмем вместо первой. Да. Так. Посмотрим, что у нас здесь. Ну, тут текст не такой уж и большой, конечно. Так, его я обманываю. Так. Туда. Да, пушечка наготове. А давайте вот это и убьем его. Он, и вот этот нет. Тебя сейчас убьем его еще этой пушечкой заодно.
Заодно и прицел возьмем. Его нигде нет. О, он тут. Чё он сказал? Он сказал что-то там на английском. И вообще даже расслышать не успел. Там тут у нас ничего вроде бы и нету. Поэтому пошлите отсюда. Так, тайников никаких. Ребята, все посмотрим. Посмотрели. О! Не пугай так! Не, ну увидели, ребят. Пугать вдруг вздумал. Ладно, пусть будет открытая дверь. Слушай, ладно. Мы достали все, что нам нужно было. Вот теперь мы все обнову просмотрели. Хорошо. Давайте сейчас еще что-нибудь посмотрим. Чокер готов. Ладно, я буду вот этой пушечкой стрелять. Что, там кого-то убили? А, инопланетяне уже стреляли, пацаны. Так. Пойдем, ребят. Давайте тут возьмем пушечки, наверное. Ну и Соника заодно проведаем. Соник, ты как там? Ну ладно. Нет, значит ему не слушаю. О, вы слышали, ребят? А! Вот на тебе! Фу. Ребят, я потом не так уж и мало истратил на него. О, блядь, пацан. Так, давайте еще одну пестик. Ух ты, кот! Для инопланетянина такая. Я сейчас... О! Вот меня испугал этот звук очень сильно просто. Вы не представляете, так. Ладно, теперь буду мочить вот эти. А, ну нет. Смотрите, сохранение не так надо. Возьму вместо запятки. Что это? Не понял. Ух ты, маньяки тут проводят, ходят. Так. Так. Еще хочу взять как бабик. Да. Спасибо большое. Так. А, у меня тут. Возьмем еще заодно записочку. Ага. Пусть она будет там. Так, ну а мы вводим код сейчас, ребят. Я еще вас посмотрю. А, все, она у меня тут. Ну тебя-то мы быстренько вырубим этой пушечкой крутой. Так, 6-5-3-4-0. Надо запомнить. 6-5-3-4-0. Так. 6-5-3-4-0. Вроде так, ребят. Если я не ошибаюсь. Так, готово? Вроде бы подтвердим. Нет, не знаю. Да, реально кот верен, ребят. Опа. Ага, тут инопланетяне появляются, на всякий случай закроем. Так, все. Мы зашли опять в этот тайничок. Так, ладно. Теперь с того тайничка мы выходим. Воу. Услышали, Гренька где-то была. Ладно, кому тут еще надо преподать урок хороших манер? Тебе не надо, девочка. Ты так у нас добренькая. Добряк. Что ж, ладно, давайте возьмем пушечку у Джеффика. И я думаю, на этом уже будем заканчивать. Я уже много мест все-таки напоследовал. Но из-за этого мне лень спускаться. Так, ребят, хочу еще нападать его к Джеффу. Джефф! Тебе нападает, как моя пушечка! Это смолдок. Кто не знает, ребят, смолодок — это собака, которая в канализации обитает. Ну, те, кто играет за 51, знают. Так, хорошо. Хорошо. Что ж, рано, ребят. На этом будем уже заканчивать. Не забывайте ставить лайки, подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Ну, а с вами был я, Руслан. Всем пока-пока!